Всем привет. Сегодня у меня тач на Galaxy Tab T1000, по-моему. P1000. По-моему, самый первый Tab, который вышел на Galaxy. Будем менять стекло. Вот оно разбито. Заканчивается. Подзарядите немного Tab, да и вообще любой телефон перед заменой тачскрина. Такой тач мы заказали, проклеенный. Со своим скотчем. Так, давайте разберем. Специальная отвертка нужна, чтобы открутить данные винты. Очень редко мы ей пользуемся. Трехлучевая. Такие винты, помнится мне, были на телефонах Sharp, были такие телефончики. Больше нигде я их не видел. И вот на этих таблетах первых самсунговских, вот они, видите, какие. Да, нифига не видно, по-моему. Итак, снимаем два винта снизу. Видите, да, головку? Такие вот винты. Соответствующая отвертка. Редко пользуемся, но пользуемся. Сняли винты. Далее проверим, нет ли карты памяти внутри, чтобы не повредить. Итак, снимаем крышку. Не помню даже, когда последний разбирал этот Tab. Это было очень давно. Года 3 назад, наверное, когда он только вышел. Это достаточно простая замена. Вполне можно уложиться в 10 минут. Итак, сняли крышку. Сразу можно проверить. Сразу проверим тачскрин. Включаем. На тебя поставлю на зарядку, потому что там 3% у нас осталось. Ждем загрузки.
коллекция есть. Работает. Можно менять. Так, помнится мне, что в данной модели серьезный скотч стоит. Толстый. Давайте прогреем. И попробуем срезать стекло канцелярским ножом. Толстое стекло, довольно толстый скотч. Первый раз, когда я снимал данный тач, это было давно, как я уже сказал. Вот. Я пытался снять его термофеном, ну и там всяческими лопатками, пластиковыми, железными. Очень долго все это длилось, пока вот, поэтому лучше снимать канцелярским ножом, очень удобно, предварительно нагрев. Не надо мучиться феном там долго, приспособлениями всякими, потому что действительно очень толстое стекло и скотч очень крепкий. Почти срезали. Давайте вот внизу еще прогреем. Сняли стекло, удаляем скотч, очищаем поверхность. Старайтесь не касаться руками дисплея, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, которые потом неприятно вымывать, вычищать.
готово, удаляем пыль. Удаляем пластик с тачскрина. Обратите внимание на отверстие с передней камерой, чтобы она стояла точно ровно посередине отверстия в тачскрине. Застегиваем. Надеваем крышку. Надеваем со стороны гнезда наушников. То есть вставляем гнездо наушников. И дальше уже прижимаем по периметру. Так, в принципе, на этом все. В финале можно прижать стекло салфеткой, тряпкой, там чем угодно, чтобы не было зазоров здесь, видите, чтобы все было заподлицо, чтобы стекло ни в коем случае не выпирало за пределы каркаса. Все, закручиваем наши трехлучевые болты. Всем спасибо за внимание. С вами был Лов. И самый первый таблет самсунговский P1000. Всем удачного дня. До свидания.